экранах олимпийский чемпион 94 года. Он очень ответственно подошел к этому чемпионату мира, как, впрочем, ко всему, что он делает. Это был его первый старт среди профессионалов. Алексей Урманов – человек, который не терпит халтуры. Это фигурист высочайшего вкуса. Он красив, элегантен, строг. И напомню, что в 99 году он еще выступал в соревнованиях любителей. Так что в техническом отношении, конечно, он выше того же Филиппа Канделаро, можно сказать, на голову. Строгое, с очень высокой техникой, и вот такая попытка отразить танцы на льду грузинскую музыку, выразить себя в этой музыке. Очень непросто. Конечно, появление Алексея Урманова на чемпионате мира среди профессионалов, безусловно, делает его более спортивным и заставляет, наверное, всех участников подходить к нему более ответственно, как подошел к нему Алексей Урманов. Алексея Урманова в технической программе.